Всем огромный привет! Сегодня 25 у нас декабря, 2023 год. И этот ролик, конечно же, выходит уже в 2024. Хочу всех поздравить с Новым годом, с годом дракона. И быстренько вам такой мини-обзорчик. Мы купили телевизор в зал. В зале у нас будут изменения. Вот это первые изменения. Телевизор приобрели. Дальше будет, наверное, новая стенка. Далее обои, шторы и так далее. Будем преображать наш зал. Что-то менять. И, конечно же, я об этом буду рассказывать, показывать. Кому интересно, продолжайте смотреть. Собрали вот такие вот три подарочка для деток. Три мешочка. Два в садик и один пока так просто, это для Тёмы. Тут мешок у меня порвался, я потом это все заменю. В общем, один пойдет для Тёмы от Вани с работы, потому что с работы Ване дают только два подарка, и как бы Тёме обидно, поэтому ему тоже отдельно такой подарочек. Ну и, конечно же, вот мешочки для Анжелики, для Алины. И вот Тёмин подарочек только просто лежит. Потом тоже в мешочек упакую, и будет все красивенько. Ну и вот так все это дело выглядит внутри. В принципе, все нормально. Все обычно и просто. Это уже Анжеликин мешочек. Тоже вот все как у всех. Я уже у себя в комнате. И вот так вот пакетики все положила. В общем, подарок Алине. Завтра утром утренник у нее. И я понесу вот этот подарочек. Последний утренник новогодний у Алины. Вот. И первый утренник у Анжелики. Вот ее на подарочек. У всех будут вот такие мешочки у Анжелики. И вот такие пакетики у Алины. Вот здесь тоже я вот так вот все уместила, уложила. Тоже столько же конфет, ровное количество, все разделено. И у Тёмы столько же. Вот. Также у меня есть вот такие ленточки. Хочу Анжеликин подарок вот так вот перевязать этой ленточкой. Ой, и пакет, наверное, завязать. И привязать вот эту вот бирочку. Здесь будет надпись Васильева Анжелика. Ой, Алина. И так как у меня нету вот таких вот штучек, я какую-нибудь сейчас придумаю и приклею бирочку или наклейка, в общем, будет наклейку на бирочку на какую-нибудь сейчас приклею. И тоже вот сюда нужно подписывать подарки, потому что у всех одинаковые, и, в общем, надо как-то вот так вот выходить из ситуации. У нас что-то ничего не придумали у Анжелики в группе, а вот у Алины вот такие вот одна из родительниц распечатала такие штучки, чтобы подписывать фамилию, имя. В общем, сейчас я это все сделаю, потом следующий кадр покажу, как получилось. Так, смотрите, у меня была вот такая наклейка, но там еще есть. В общем, я решила вот сюда наклеить Анжелика, а здесь подписать Васильева Алина. Ну, не знаю, как подписать. У меня почерк такой, мне не нравится. Наверное, дождемся мы папу. Но я сейчас все равно сюда все привяжу. Папа уже придет у нас и подпишет все-таки. Я его уже давно просила, он все потом. Вот уже потом завтра подарки отдавать, уже дарить. У нас еще не готово. Я его просила подписать. Пусть подписывает. Как-то вот так получилось. В общем, такая вот бирочка на ленточке. Тут так просто перевязала. Вот. Такой подарочек. Ну и у Алины вот так. Просто на пакет завязала бантик. Бирочка. Не подписанная, правда. Но папа подпишет у нас. И все. Все. В садик подарки собраны. Вот. Им завтра будут, кстати, прям на елке дарить. Это будет впервые такое. Очень интересно, необычно. Я думаю, классно придумали. Вот. Я, к сожалению, у Тёмы не была на последней его елке. Прям так жалею. Ну ладно.
к Алине вот обязательно завтра пойду. Все, мне нравится. Я сейчас закончила шоколадницу делать, вот такую вот, с Новым годом. Вот такая она у меня получилась. Вот, внутри вот так. И вот сюда уже шоколадка будет помещаться. Здесь у меня шоколад. Все одинаковые шоколадки, Alpen Gold. Вот так вот она помещается. Такую упаковочку, да, и закрывается. В общем, как-то так, видите, я вот этот верх и низ вот так подзагнула, то есть она более аккуратно уже смотрится, зашла. Вот. И покажу вам прошлогодний. А, ну давайте вот еще такая шоколадница. Тоже необычная. Я просто обернула шоколадку в крафт бумагу. Прошила на машинке. И вот так задекорировала. В принципе, нормально. Вот это Тёма понесет учительнице. Тут, смотрите, все сыпется у меня. Типа искусственный снег. Этот вот. Это я, в общем, отдам Тёме, чтобы он свою учительницу поздравил с наступающим Новым годом. Вот. И вот эти две шоколадницы, наверное, я использую в группу для Анжелики. Она завтра у меня последний день ходит в садик. А Алина еще в пятницу пойдет. Вот. И я думаю, воспитательницам подарить, так поздравить. Ближе покажу. Это вот, кстати, одна из моих работ. Уже, наверное, года 3. Вот этой шоколадницы и этой. Вот. Простая, в принципе. Ничего такого тут. Все наклеено, бумажка. Вот. Сейчас развяжу. Здесь тоже вот все просто. Так вот. И тут вот такая, тут уже более такая задекорирована, так прям. Вот. Мне нравится, кстати, декор вот так вот прям щупать. Кстати, тут написано Рождество, ну ладно, все равно, типа Новый год. На обороте, кстати, вот здесь я приклеила тоже, такой вот, сделано вручную, а здесь... Счастливый Новый год. А тут ничего. Тут просто вот такая красивая бумага. Вот. Открываем эту тоже шоколадницу. И здесь вот просто вот так. Это получается в группу Анжелики. Не знаю, могу ли я еще сделать 3. Нужно для Алины. Получается, так, здесь шоколадка уже есть. Да, вот еще получается 3 мне надо для Алины. Ну, в группу Алине. А это в школу. Школа такая простенькая. Ну, все, вот. Так вот. И, в общем-то, завершен такой результат. Я еще сделала вот такую оберточку. Тут, конечно, не очень красиво. Ну, здесь, по крайней мере, неплохо. Я думаю, так лучше смотрится, да, шоколадница в такой штучке. Ну и вот эти 3, их даже никак оборачивать не надо. Они и так прекрасные. Здравствуйте, дорогие наши гости. Любой из нас, конечно, ждет веселый праздник Новый год, но больше всех на свете ждут этот праздник наши дети. Встречайте наших детей!
Наверное, кто-то не кричал. Наверное, кто-то промолчал. Давайте еще раз позовем дедушку. Деда Мороза! Деда Мороза! Деда Я Мороз, белый ус да красный нос. Мне, ребята, много лет. В январе и феврале я гуляю по земле. Я, ребята, очень добрый. Я с детишками дружу. Никого не заморожу, никого не простужу. Вот это да! Звали одного Деда Мороза, а пришло целых два. Вот здорово! Это вам здорово! А нам-то как быть? Может, этот Мороз и не Мороз вовсе? А это не Мороз. Я самый настоящий Дед Мороз. Только у нас с тобой носы разные. У тебя красный, а у меня синий. И шубы разные. У меня синие, а у тебя красные. Хватит! Прекратите, дедушки! Я твоя внучка, Мороз красный нос. И твоя внучка, дедушка синий нос. Как то? А вот как у ребят есть две бабушки и два дедушки, так и у меня есть два дедушки. Один папин, а другой мамин. Познакомьтесь, подружитесь. Ну, будем знакомы, родственнички. Почему? А потому что я сама все съем.
Да, это мы так шутим. Так, слушай, давай я ее сейчас купа, а ты хватаешь мешки и убегаешь. Да? Понял? Ну, смотри, без меня не открывать. Ага. Понял. Как бы не так. Ой, как бы. Знаете, вы мне почему-то ужасно нравитесь. И я хочу открыть вам небольшой секрет. Если вы сейчас положите под эту елочку денежку и произнесете волшебные слова «Расти, денежка! Расти, большая и маленькая!», то знаете что? Что? А вы положите. Ребята, девушка, скорее. Ну, отвернуться? А ничего и не будет, девушка. Тю-тю! Ну и хотела показать вам такой пакетик, мешочек подарочков. Два таких было, один уже почти пустой. Это нам от садика дали. И вот, смотрите, сегодня еще после... А, нет, не после елки, а утром Кирилл подарил Алине такую коробочку. И там лежал вот этот вот... Тут красивенько было все положено. Лежал вот такой вот этот... Как он? Дракончик, да, наверное. У него такие лапки на магнитах, ножки. Вот, Алине очень он понравился. И здесь три конфетки были. Это от этого мы уже оторвали. Алина играла им. Я просто положила, чтобы вам показать. И Алина вот съела вот такую одну конфетку. И вот эти вот еще остались две штучки. Вот. Это такое наполнение. Это для красоты. Кириллу тоже купили подарочек. Также, смотрите, помимо вот того подарка, еще давали вот такого мягкого. Это тоже от садика. Мягкую игрушечку. Ну, это Алинин подарок, который вы видели, который я готовила. Вот. И Тёма сегодня ходил на елку, ему вот такой подарок дали. Тёма, конечно же, не мог все хорошо принести, да, порвал коробку, пока нес, не знаю. В общем, вот тут тоже обычные такие конфетки. Ну, такие обычные, простые. Ну, и шоколадный тут, конечно, есть. Сникерс. Вот. Продолжаю свой влог. Здесь у нас уже 30 декабря. И мы решили устроить некую такую генеральную. В общем, моем пол. Тёмочка активно помогает. Сам мыл вообще пол. Умничка, молодец. Где-то я там частями пылесошу. Он моет. И, в общем, вот так вот мы дружненько все убираем. Прибираемся. Этот влог, как вы понимаете и смотрите, уже в 2024 году вышел. И я опять не успеваю вовремя ничего смонтировать и выложить. Поэтому
вот так вот. Надеюсь, вы не сильно меня будете за это ругать и осуждать, писать в комментариях, что опять что-то неактуальное выходит у меня. Ну, девочки, простите уж, извините, как получается, так получается. И ты очень рада, да? Да. Сейчас ты ко мне придёшь. А куда она к тебе придет? Домой. А что ты сейчас делаешь? Клею на окошке наклейки. Ну все, давай клей. Мама. Красота? Хочу вам сейчас показать обзор подарков на Новый год моим деткам от Деда Мороза. Тёма уже, конечно, знает, что Деда Мороза не бывает, и что подарки все от нас идут, от родителей, от бабушек, от дедушек. Ну, в общем, вот. То, что мне детки говорили, что они хотели, то я им купила. Алина, конечно, хотела куклу еще за 4000, но я посчитала, что это уже будет слишком перебор, и мы с Ваней решили, что хватит и этого.
то, что в этот раз мы купили. Да, хотя можно было бы еще что-то докупить, но не знаю. В общем, я хочу им в новогодние праздники подарить, так скажем, электронные деньги, да, и сказать, чтобы они на 1000 рублей, например, выбрали себе какую-нибудь игрушку. И Анжелике куплю какую-нибудь тоже. На Вайлдберрисе закажем. И это тоже как будет часть подарка новогоднего. Но они уже сами как бы себе закажут то, что они хотят. Вот все, что вы видите, это тоже все, что они хотели. Но они не знают, что я именно заказала. Да, кстати, здесь имеются копилки и коврики для лепки. Это они у меня не просили. Это я уже сама решила, что им это надо, потому что они любят копить деньги, и им надо где-то лепить. Ну, а подарки для Анжелики, это, конечно же, я выбирала, потому что, ну, она еще маленькая, она не понимает, не знает, что ей нужно, и я что посчитала нужным, то ей и заказала. Вот эти подарки, они для Тёмика. Кстати, я забыла еще про пластилин. Да, я же ведь еще Тёмке пластилин заказала. 45, по-моему, цветов. Сейчас я найду. Так, это не все подарки. Нашлась пропажа. В общем, вот такой набор пластилина. Это обычный пластилин с Вайлдберриса. 45 цветов. Да, вот. Мы Тёмке уже как-то покупали. Ему бабушка дарила денежку. И он купил себе такой набор. Ему очень понравился. Вот. Он очень любит лепить. В общем, заказали вот такой пластилин. Я не стала как бы вообще все распаковывать. Все-таки как бы это подарок. И пусть так и будет. Пусть сам распаковывает все. Вот такой пластилин воздушный. Он очень любит черные цвета. В общем, вот тут какая-то штучка попала. В общем, вот такие все разные цвета. Если вот, допустим, сравнивать вот с этим набором, то, кстати, здесь 36, и здесь тоже 36. Но по цветовой гамме и по количеству цветов отличается. Вот. Алина очень любит воздушный пластилин. Вот, я ей этот. Анжелике тоже, кстати, такой же, вот как у Алины. А у Тёмы вот такой, потому что ему нравится черный. Он любит из черного все лепить. Тут очень, кстати, много белого. Это для моего творчества бы пригодилось. Белый, там розовый. Такой вот. Ладно. В общем, вот. Так. Вот такую вот я заказала. Как она называется? Копилка. Коплю на мечту. Суть этой копилки такова, то что нужно ее, в общем, собрать. Я не знаю, собирать ее нет или вот так вот подарить. В общем, посмотрим. Нужно положить купюру. Какая у тебя там есть, да? 40 рублей, 50, 60. Допустим, 60 положил. И вот эту цифру заштриховываешь. То есть уже знаешь, сколько у тебя денег. И пока не насобираешь все вот эти вот числа, пока не будет вот эта вот сумма, цель не будет достигнута. Копилка не будет полная. Тоже Вайлдберрис, если что. У Алины такая же, только немножечко другая. Сразу вам показываю. Вот у Алины вот такая, типа, девчачья принцесса. Тут написано корона. Коплю 10. У Алины поменьше 10 тысяч. И Тёма 50-500. Коврик Тёмке заказала для лепки. Вот такой достаточно большой. Больше, чем у Алины, конечно. Ну, в общем, я думаю, Алина и такому тоже обрадуется. У нее там с единорожкой. Сейчас вам тоже покажу его поближе. Ну, а у Тёмы вот такой вот. Кстати, он пришел, вот видите, с заломами. Но я не стала отказываться, потому что, ну, ладно. Пусть уж такое будет. Тёма, думаю, не очень уж прям так расстроится. Тоже маленько помялся. Ну, такой мальчишечий коврик. Такой вот черненький с единорожками.
коврик на стол. Ну и также Алина попросила вот такую раскраску, очень ей понравилась на Вайлдберрисе, и я ей как бы тоже решила ее подарить от Деда Мороза. Мы с ней писали письмо Деду Морозу, она там рисовала, что она хочет, и что-то даже начала писать. Она немножечко уже умеет что-то писать, буквы какие-то, и я ей помогала, как писать, я это писала. Вот такие подарочки, но это еще не все, как видите. Вот такие две коробки одинаковые у Алины и у Тёмы. Здесь одинаковые 3D ручки. А коробочка здесь идет. И вот так, собственно, выглядит 3D ручка. Я не знаю, насколько хватит, вообще, насколько это классная штука, но им очень захотелось. Это тоже на Вайлдберрисе я все заказала. И здесь идут вот такие вот, ну, не знаю, что это, пластмасса какая-то, да? Тоже инструкция, наверное, какая-то. Вот. Все это дело. Тут еще зарядник. Видимо, это все через зарядку работает. Вот, у Алины розовая ручка. У Тёмы голубая. А, да, кстати, я коробочки, видимо, перепутала. Надо не перепутать будет потом. Это Алина, а это Тёмкина. Вот. Ну и что тут еще в коробочке? Видите, много пластмассы вот этой вот, рулончиков вот таких. И они, кстати, продаются еще отдельно. Так что, если они закончатся, будем еще покупать. Вот из этой вот штуки и делаются всякие различные фигурки. Для меня это все в новинку. Я сама еще не знаю, как этим всем пользоваться. Так что вот. Какая-то тут калька лежит, бумажка, листовка. Это вот трафареты для 3D ручки. 100%. А, 100 плюс трафаретов, что ли, что-то такое написано. Как я понимаю, здесь вот по вот этим вот как-то вот рисуночкам можно делать. Можно делать вот такие вот всякие различные фигурки. Конечно, я вообще даже не понимаю, как это все делается, но мы это все дело попробуем. Вот. Ликуська любит вот этих вот свиней, свинку Пеппу. Можно будет что-то ей такое подобное сделать, если это возможно у нас будет получиться, то, ну, в общем, вот. Вот у Тёмы, соответственно, все то же самое. Вот. Такая ручка у него. Наполнение то же самое. Вот. Эти же все трафареты, листовки, калька. Ну все, вот такие вот 3D ручки. Осталось мне показать только подарочки для Анжелики. А, в общем, вот такая вот коробочка, это пазлы. Вот столько вот их тут, сколько штук-то даже не помню. Также вот такая вот развивашка тоже. То есть вот эти все мордашки отклеиваются, и нужно их приклеить правильно, да? Чтобы ребенок соображал. Вот это такая заламинированная картонка, наверное. Ну, в общем, это было все недорого, я решила взять как бы и познавательно, и как подарочком. Ну и, конечно же, пластилин. Я постараюсь с Анжеликой заниматься им, чтобы он, знаете, не пропал прям уж вот вообще, прям вообще. А потому что если ей это все дозволить, то она его весь достанет и замнет там, да, ну, мнет — это классно, это хорошо, конечно, но если просто ей все это отдать, она это все достанет, это все засохнет, а мы с ней вот будем прям вместе садиться, или там с Алиной они будут, и вместе заниматься. Вот. Потому что когда Алина с Тёмой лепит, она у них тоже берет, ей тоже это хочется делать, лепить.
учиться. Ну и самая-то такая вот, наверное, большая из всего подарка, да, вот эта коробочка. И здесь вот такие различные фигурки. Дедушка, бабушка, папа, мама тоже, вы знаете, будем... Заяц, еж, волк, все это изучать будем. Буду ей рассказывать, показывать. Цифры даже уже будем, как бы яблоко, черника, клубника. Все вот это вот и раскладывать по местам, как это все называется. Также, по-моему, здесь рыбалка идет. По-моему, вот эти рыбки, они на магнитиках. То есть тоже вот очень полезно, увлекательно. Ну что, показала вам обзорчик подарочков для моих трех сердечек. Артемочка, Алиночка, Анжеликочка. Три набора таких, так назовем, для моих детей. Подарки на Новый год. Сейчас это все нужно как-то красиво упаковать. Не знаю, во что я буду это все укладывать. Я ничего не покупала, никакие подарочные упаковки, пакеты. Ну, в общем, что-нибудь сейчас буду думать, придумывать. Нашла, в общем, пакеты прошлогодние. Пакеты я не выкидываю, храню. Так что дети, надеюсь, подзабыли, что у нас такие пакеты имелись. И что в них что-то уже дарили. В общем, это для Тёмика, это для Алины, это для Анжелики. Да, у Анжелики так получилось, что прям все видно. Такой бантик. В общем, как могла, так завязала банты. Ой, в общем, не умею я все красиво так прямо оформлять. В общем, как получилось, так получилось. Думаю, пойдет. Все мои. Конечно, это же твой подарок. Тёма, смотри, что у меня есть. Я это съем. Ты это съешь? Это Анжеликин, да? Да. Это завтра. А у Тёмы вот такой в мешочке. Тёма, ну ты что такое? Так все разрываешь. Шоколадка. Капельку будешь. На вот эту вот конфету. Последний день перед Новым годом Алиночке вот такую открыточку дали домой забрать. Вот это они делали перед Новым годом. Такая открыточка, она, правда, не открывается, но вот здесь вот, вот так вот, в общем, они все приклеили. Воспитатели, видимо, вот это вот все сами вырезали, а детки уже сами вот эти квадратики клеили. Вот, с Новым годом. Такая вот. Сзади вот так, Алина. И вот такая вот еще, кстати, работа. Тут немножечко у Алины недоделочки есть. По циферкам, в общем, нужно все соединить. Она что-то тут немножечко не сделала. Тут вроде белочка. Нормально вроде все получилось.